Какой бардак здесь? А почему такие очереди? Какой бардак? Бардак, потому что в России квитанции не считываются. В смысле квитанции не считываются? Штрих-коды? Да-да-да, я понял. Штрих-код не читается. Извините, а можете объяснить, почему так много народу? Почему так быстро? Ну, 1 декабря скоро, то есть нужно оплачивать налоги. То есть в смысле проблема безалаберности наших налогоплательщиков или в чем? Ну вот, я уже сегодня не в первый налоговый. То есть вот... У меня, например, было две платежки за один и тот же период. То есть вот ходил, разбирался. Идентично? Ну, практически, да. Ну, ходим, разбираемся. Вы сколько времени потратили на то, чтобы урегулировать ситуацию с двойной платежкой? Полчаса где-то. Вот здесь? Нет, в Верхсетской. Потом я сюда пошел. А потом еще сюда? Да. Вот итого? Итого 2 часа. На самом деле оно не неожиданно образовалось, это так же, как у нас зимой неожиданно снег выпал. То есть это планомерно, у нас ежегодно налогоплательщики, физические лица обязаны не позднее 1 декабря года уплатить за предыдущий год налоги по квартирам, по всему имуществу, квартиры, машины, земельные участки. И срок уже приближается очень близко, поэтому у нас, конечно, люди спохватились и начали как бы решать вот эти вопросы. Кто-то не получил квитанции, налоговые уведомления, кто-то, получив, не согласен с тем, что там начислено. На самом деле вопросов возникает много в связи с тем, что произошли перерасчеты за предыдущие 2014-2015 годы в связи с тем, что регистрирующие органы нам предоставили дополнительную информацию, которой не было, и, соответственно, за прошлые годы люди не заплатили налоги за 2014, за 2015. По налоговому кодексу за 3 предыдущих года мы имеем право взыскать эти налоги без пени, без штрафов, ну просто сам налог. Как правило, в последние дни перед сроком уплаты вот этот ажиотаж возникает.